Александр Иванович, поздравляю с победой. Прошу поделиться первым впечатлением о матче. Ну, боевая игра, конечно, не хватало немножко. Не хватает солидности, немножко контроля мяча, что призываем. Но, к сожалению, пока это не все получается так, как хотелось. И, в общем-то, не хватает мысли, футбольной такой мысли, к сожалению. В середине игра не устраивает, игра центральной зоны. В общем-то, травма Шарипа, она, конечно, как серьезно сказывается, как игрок, который передавал смысленность действий. Мы будем надеяться, что, как говорится, восстановится в ближайшее время. В общем-то, мы пробуем всех футболистов, разные варианты позиции, там и разные схемы, как говорится, с учетом, чтобы всех задействовать в тренировочном процессе, в игровом, потому что бой мы должна быть как минимум 16-17 человек. В общем-то, здесь разные сочетания. Что-то не пошло в начале. Выставили фактически трех нападающих, но, к сожалению, почувствовал, игра не пошла, нужно где-то в середине улучшить контроль мяча, вышел Альшин, в общем, в какой-то степени со своей задачей справился, но хотелось более так, более исполнительского мастерства побольше, где-то культура пас хромает, в общем-то, учитывая там, качество поля, там, ну, поле влажное, роса и более удобные передачи, смысленности. Ну, в общем-то, в плане движения, в плане бойцов, конечно, претензий нет, но в плане содержания, но пока оставляет ждать лучше. Хотя, в общем, весенние поля, они будут примерно не очень хорошего качества, но надо готовиться и на плохих играть, и на хороших, поэтому где-то вот качество немножко оставляет ждать лучше. Александр Иванович, ну, сбор в Турции перевалил за экватор. На оставшиеся дни какие планы по подготовке? Ну, планы подготовки, вот, будем продолжать готовиться, в общем-то, где-то вот, уделим тем компонентам, которых я, в общем, отметил, что пока не получается. Контроль мяча, переход из обороны в атаку, атакующие, в общем, все эти моменты. Все понемножку, не так много осталось, в общем-то, и накопилась усталость психологическая, в общем-то, но, тем не менее, работаю все в таких игральных условиях.